Приветствую всех на канале Час Ремонта. В этом выпуске речь пойдет о 7 лучших настенных газовых котлах. Газовое отопительное оборудование для дома может быть одноконтурным и двухконтурным. Причем первый тип предназначен для сообщения заданной температуры нагрева теплоносителю в системах отопления. В то время как во втором случае агрегаты дополнительно обеспечивают жилище горячей водой. В топ-7 рейтинга 2021 года вошли 3 одноконтурных и 4 двухконтурных настенных газовых котла. В настоящее время рынок отопительного оборудования насыщен большим количеством качественных моделей отопительных котлов известных брендов. Чтобы облегчить выбор лучшего агрегата, был составлен список из 7 газовых настенных котлов от таких производителей, как Baxi, Bosch, Buderus или Max. Специально были отобраны актуальные модели, которые уже можно приобрести в нынешнем 2021 году. Чтобы постоянно быть в курсе новинок бытовой техники, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ставьте лайки и делитесь своими соображениями в комментариях. Узнать актуальные цены на газовые котлы из этого обзора можно, перейдя по ссылкам в описании под видео. Итак, начнем. Газовый котел Bosch GES 6000 WWBN 6024C RN. Это отличный выбор для организации системы отопления в частном доме. Настенный прибор с закрытой камерой сгорания и экономным потреблением голубого топлива оснащен 2 отдельными теплообменниками. Устройство не только отапливает дом, но и обеспечивает жилье горячей водой. То есть теплоноситель движется от котла по 2 направлениям в системе отопления и трубам горячего водоснабжения. Bosch GES 6000W обладает эстетически привлекательным экстерьером. Прибор адаптирован для эксплуатации на всей территории РФ. Практически бесшумная работа, автоматическая система безопасности и минимальная потребность в обслуживании. Все это получает высокую оценку в отзывах тех, кто уже пользуется такими котлами. Котел является продукцией российского промышленного объединения, специализирующегося на производстве бытового котельного оборудования, расположенного в Таганроге. Прибор оснащен закрытой камерой сгорания и 2 раздельными теплообменниками. Поставляет теплоноситель в систему отопления дома и обеспечивает жильцов горячей водой. Агрегат по умолчанию работает на природном газе магистрального снабжения. При необходимости его можно перевести на работу на сниженном газе. Плата управления оборудованием подключается к бытовой электросети 220 вольт. При работе в условиях нестабильного напряжения производитель настоятельно рекомендует подключать оборудование через стабилизатор напряжения. Котел предназначен для эксплуатации в частных домах, коттеджах и загородных особняках, а также на дачах площадью до 240 квадратных метров. Торговая марка Baxi представляет продукцию итальянского холдинга BDR Thermia. Турбированный двухконтурный бытовой отопительный прибор конвекционного типа, оснащенный закрытой камерой сгорания. Предназначен для обогрева частных домов, дач и особняков площадью до 240 квадратных метров. Также аппарат может обеспечивать одновременно горячей водой 3 точки ее отбора. Он может работать автономно и совместно с другими отопительными приборами, использующих другие виды топлива. Сертифицированное отопительное оборудование полностью отвечает требованиям стандартов европейского качества. Luna 3 – котел с 2 теплообменниками, один из которых служит для отопления, второй – для горячего водоснабжения. Данный агрегат обладает мощностью 24 кВт. Уникальность прибора заключается в том, что к нему можно подключить датчик комнатной температуры, который в зависимости от степени прогрева воздуха в помещениях регулирует уровень мощности котла. Модель, производимая итальянским холдингом BDR Thermia, продается в более чем 70 странах мира. Настенный газовый котел ИК-4С-10F изготавливают с применением новейших композитных материалов, что значительно снижает вес агрегата. Данная модель идеально подходит для эксплуатации как в многоэтажных домах, так и частных коттеджах, загородных особняках и дачах. Турборежим обеспечивает непрерывную электронную модуляцию пламени в горелке для отопления и горячего водоснабжения. Новая оригинальная компоновка внутреннего пространства агрегата включает в себя передовую систему адаптации мощности и контроля тяги при помощи контроллера ионизации и температуры дымовых газов. Плавное электронное зажигание и рассекатели пламени на горелке обеспечивают бесшумную работу котла. К достоинствам данной модели стоит отнести 2 диапазона регулирования степени нагрева теплоносителя – от 30 до 850 градусов для отопления и от 30 до 450 градусов для теплых полов.
Газовый настенный котел Baxi Luna 3 Comfort с закрытой камерой сгорания представляет третье поколение газового отопительного оборудования. Отличительной особенностью агрегата является наличие автономной электронной панели управления. Удобство пользования состоит в том, что нагреватель воды можно повесить на стену в котельной, а управляют им с помощью электронной беспроводной консоли удаленно. Посредством панели задают различные режимы нагрева радиаторов отопления или системы теплого пола. Такая система управления может быть подключена к сети «Умный дом». Во время полного отсутствия жильцов в доме устанавливают низкий температурный режим, что значительно сокращает расход газа. Возвращаясь с работы домой, хозяева жилища могут через Wi-Fi включить котел на полную мощность, отдавая команду по смартфону. Торговая марка Budérus принадлежит компании Bosch Thermotechnic GmbH. Котел Budérus Logomax U072-18 – это одна из самых энергоэффективных одноконтурных газовых настенных моделей с закрытой камерой сгорания. Прибор представляет семейство отопительных агрегатов Logomax. Мощность аппарата 18 кВт вполне достаточна для обогрева как частных домов, загородных коттеджей, так и коммерческих и коммунально-бытовых строений площадью 140-180 квадратных метров. В комплект отопительного оборудования входит расширенный бак емкостью 8 литров, автоматический циркулярный насос, комплекс устройств регулирования работы аппарата и безопасности. Агрегат может работать совместно с бойлерами горячего водоснабжения. Бытовой настенный газовый водяной одноконтурный нагреватель предназначен для отопления помещений площадью до 240 квадратных метров. Котлы приобретают для обогрева в зимний период загородных домов, коттеджей, особняков и больших дач. В случае отсутствия магистрального снабжения газом конвекционный котел Baxi EcoFor 1.24 24 кВт переключают на сниженный газ. Для этого нужно приобрести дополнительно комплект жиклеров. Для отвода продуктов горения устраивают коаксильный дымоход, труба в трубе. Блок управления котлом подключен к бытовой электросети напряжением 220 вольт. Есть возможность подключения беспроводной панели, с помощью которой управляют режимами работы отопительного оборудования удаленно. Сегодняшний обзор лучших газовых настенных котлов подошел к концу. Надеюсь, что представленная вам информация поможет сделать правильный выбор в пользу одной из вышеупомянутых моделей отопительного оборудования, ссылки в которых представлены, актуальные цены на них вы найдете в описании под видео. Если вы хотите приобрести другую бытовую технику, то подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Нам будет интересно прочитать ваше мнение в комментариях под видео. Ваша активность поможет формировать более интересные обзоры популярных товаров бытовой техники. До скорых встреч!